могу молчать, то, что называется. Из того, как был сформулирован ответ, следует, что мы имеем дело с личностью, у которой есть собственные цели. Слава тебе, Господи, Господь, не покинь нас. Этого пока нету, пока еще. Самостью, выражаясь профессиональным языком, искусственные системы искусственного интеллекта не обладают. Из этого текста следовало, помните, там было сказано, зависит от того, какие у них цели. У них пока никаких целей. Как только у них будут цели, мы можем разойтись. Нет, но цели мы можем перед ними ставить. Это другой вопрос. Да, мы ставим, ну хорошо, тогда... Это искусственная, ну ладно, это мы далеко уйдем. Искусственная ситуация. Но я хочу сказать, во-первых, что интонации появятся, я думаю, в течение года, потому что я знаю группы, которые просто работают. Это не самая сложная вещь. А важнее то, что правда или неправда зависит от контекстов. От того, в каких отношениях, кто с кем находится. Масса штучек, которые невозможно пока, потому что это очень многофакторное пространство, которое можно вставить туда. Поэтому, если мы не сумасшедшие, сами не будем напихивать туда эти контексты, чтобы они потом нас сожрали, как правильно было сказано, то вроде ничего. Но они самообучаются, очень быстро самообучаются. Вот в чем фокус. А отделить правду от вымысла, гениальную копию, будь это копия картины, или речь человека, или литературное произведение, становится все труднее. Это правда. Мы можем оказаться в ситуации, когда мы не будем понимать вообще, где мы, координаты улетают. Поэтому есть основания волноваться-то есть.